Здравствуйте, я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга. У нас сегодня расклад на тему «Мужчина по судьбе». Итак, давайте посмотрим. У нас один вариант. Если вы слышите, что информация о вас резонирует с вами, смотрим. Нет, выбирайте, пожалуйста, другое видео. Мы начнем. Итак, для кого это реальная история из жизни? Кому важна эта информация? Сказать, что эта женщина классная, это ни о чем не сказать. Очень сильный характер. Очень сильный характер. Явно женщина лидерских способностей, огненных энергий. Это королева огня. Для девочек огненных стихий очень активным будет этот расклад. Да, эта женщина наполнена безумно женской, очень сексуальной, притягивающей энергией. Если эта женщина на сегодняшний день одна, это ее выбор, это ее решение. Это ее некий момент восстановления сил и, знаете, какого-то, возможно, ожидания. Эта женщина имеет очень сильный, мощный характер. Стрессоустойчивый человек, который не уступает. С одной стороны, эта женщина прекрасный друг, прекрасный сотрудник. С другой стороны, как жарко и ярко она любит, как страстно она любит, так же страстно и жарко она ненавидит. Потому быть у нее во врагах, это не позавидует никто. То есть где-то эта женщина может быть очень обаятельной, очень привлекательной, но если что не так, сразу может вспыхнуть огонь, и эта женщина действительно может очень удивить силой своего характера. Это человек очень способный, легко обучаемый и вообще с мощными энергиями движения вперед. Женщина, которая сжигает мосты, недолго думая, не застывая в прошлых отношениях, не оставаясь в каких-то вот таких, знаете, эмоциональных вот метарствах. Она сжигает все. Очень может быть, что эта женщина не дает второго шанса, она не прощает обидчиков, она где-то не держит зла, но и не прощает. То есть как-то достучаться к ней опять очень сложно. Вижу, что такая женщина очень привлекает богатых и женатых мужчин. Мужчин, которые видят в ней, знаете, вот такой огонь, элегантность, привлекательность, недостижимость, недосягаемость, невозможность эту женщину купить, искренность в ее чувствах, потому что эта женщина не может идти против своей внутренней энергии. Ей тяжело в какой-то степени лицемерить перед самой собой. Если, например, вы не любите какого-то человека, вот не нравится, здесь может такое быть, несостыковка энергии. Вроде человек тебе и плохого ничего не сделал, но ты не можешь с собой ничего поделать. Ты его так или иначе будешь... Тебе нужно или избегать этого человека, или все же, знаете... Трудно бороться с собой, потому что если человек не нравится, тяжело с ним в общении, очень тяжело. Эта женщина, конечно, может иметь очень даже такие ярко проявленные способности, и это касается каких-то, знаете, умений, энергетических потоков, которые существуют в этой женщине. Человек очень интересный, яркий, женщина, определенно имеющий вкус. Но я вам хочу сказать, что эта женщина даже в спортивном костюме бежит за хлебом, или она в шикарном платье и туфлях, она всегда королева. И она всегда, знаете, на высоте. Действительно привлекает мужчин, но слабому мужчине не место рядом с этой женщиной, потому что она просто его затопчет. Ей просто неинтересно. Ей просто неинтересно. Она обжигает, а ей нужен человек сильный, который сможет ее держать в руках, который сможет где-то, да, удерживать вот этот огонь в ней.
и поддерживать, да, пламя интереса этой женщины, потому что она очень быстро может потерять интерес к мужчине. Не хватает действий, не хватает чувств, не хватает эмоций. Мужчина думает, что все хорошо, но он так только думает. То есть, если есть какое-то послабление, да, если мужчина как-то спускает рукава, эта женщина очень быстро может, знаете, развернуться, разглянуться, и поверьте, что выбрать она всегда найдет из чего. Потому я скажу так, конечно, женщина очень эмоциональная, если она любит, она очень верный человек, но ей нужен вот этот огонь, ей нужны вот эти эмоции. Без этих эмоций, без этого, да, такого яркого состояния, ей тяжело, тяжело вообще в паре находиться. Женщина привлекательная и всегда притягивает к себе взоры, но и множество мужчин, конечно, оценят ее как женщину сильную и посчитают, что да, такая женщина с бубном вокруг тебя танцевать не будет, и это все, да, тяжело удержать вот такую женщину. И это правда, пока женщина увлечена, пока женщина, знаете, в такой находится, возможно, в неком состоянии, знаете, интриги, игры, да, она очень себя может мягко вести. Но если ей что-то не понравится, здесь эта кошечка моментально превращается в пантеру, и все становится на свои места. Женщина выглядит классно и будет выглядеть классно всегда, сколько бы и ни было лет, потому что вот этот внутренний огонь, он не исчезает никуда. Вот эта внутренняя энергия, желание себя украшать, за собой ухаживать, да, желание жизни, желание вот такого, да, всего увидеть, как-то что-то узнать. Вот очень много в этой женщины энергии. Она будет бурлить в ней, ну, всегда. И эта женщина даже в таком, даже уже солидном возрасте выглядит круто. Выглядит очень хорошо, ухоженно, и не иссякает вот этот огонь быть красивой. Не иссякает вот этот огонь быть классной женщиной. Очень привлекательна и ведет очень активный образ жизни, и в жизни вообще, и своей личной жизни очень активно всегда ведет такую жизнь. И если вы думаете, да, что вы сейчас молоды, и что-то, да, закончится, вы как-то изменитесь, успокоитесь и станете такой очень спокойной бабушкой, это не совсем так. Вы всегда будете в какой-то активности, всегда вокруг вас будет настоящий пожар, всегда очень много эмоций. Да, эта женщина безумно любящая, она прекрасная, знаете, такая мамочка, она очень такая защитница, просто огонь, да, и она сначала перегрызет глотку, а потом уже будет разбираться, да, но за своих детей постоит всегда. В особенности я вам хочу сказать, что эти женщины очень долго, знаете, как бы поддерживают материально, возможно, детей, но в таком эмоциональном плане свободы ребенка отпускают его быстро. То есть дают свободу ребенку развиваться, дают возможность ему идти правильно. То есть я тебя направляю, ты идешь дальше. И я вам скажу, что этой женщине нет помехи, чтобы она устроила свою личную жизнь. То есть эта женщина точно свою личную жизнь устроит. Очень человек одаренный, магнетизмом обладающая вообще женщина. Очень классно. Давайте будем смотреть дальше. Посмотрим мужчину. И здесь, конечно, нам нужен классный мужчина. Давайте посмотрим, что же за мужчина. Что же за мужчина идет в жизнь этой женщины? Кто ей по судьбе? Кто ей по судьбе? Что за мужчина по судьбе этой женщине? Ну, я вам скажу, что, конечно, только такой ей и нужен. Только такой ей и нужен. Настоящий карьерист. Настоящий такой мужчина, очень способный. Во всех сферах имеет способности и развивается. Человек очень активный.
Человек умный, человек хитрый, человек проворный. Да, на сегодняшний день вы с этим человеком можете быть на расстоянии, то есть определенное расстояние между этими людьми еще существует. У этого мужчины определенно есть достаток и есть желание, да, каких-то новых отношений. А на сегодняшний день что у тебя в жизни происходит? Ну, мужчина, конечно, выходит свободным, да, потому что и старший аркан первый один, и вот как на подтверждение идет момент рыцарь воздуха. Человек в очень таких боевых, жестких мужских энергиях. Человек, возможно, работает в какой-то такой определенной стихии, которая может быть связана с таким, знаете, экстремальным каким-то моментами, экстремальными, может заниматься документами, может работать очень явно, да, в какой-то такой новой индустрии, да, это какие-то, возможно, новые технологии, это, возможно, какие-то моменты обновлений. И прямо вот идет эта ситуация, очень может быть сеть интернета, это может быть IT-работа, это может быть вот какой-то такой момент. Мужчина сейчас на расстоянии от этой женщины. Может быть расстояние между ними. Для многих может пройти, что это абсолютно новый человек, которого пока что в вашем пространстве нет. Может пройти момент, что вы можете уже вообще не находиться с этим человеком, но он на расстоянии. Давайте посмотрим еще этого мужчину, что он из себя представляет. Так. Этот человек работает в мужском коллективе, вот выходят одни мужчины, да, где-то он собственник, где-то он, знаете, такой в дом, да, здесь может быть очень состоятельный человек, очень состоятельный даже. И здесь есть такой момент, да, что вот за то, что я имею, я как бы всегда на чеку, я как бы всегда должен быть где-то на вершине, да. Вообще человек очень амбициозный, желающий большого продвижения, желающий большого движения вперед. Мог быть такой какой-то период в его жизни, какой-то потери. Возможно, потери именно вот, да, разрушение личных отношений. Здесь могла быть такая ситуация. И вижу, что человек, ну, возможно, покажи, прошел ли ты уже трансформацию вот это. Да, по справедливости ситуация уже, да, исчерпала себя. Ситуация уже, знаете, как бы выровнялась. Человек никому ничего не должен. Но здесь идет такой момент, что человек очень вероятно вышел из отношений, возможно, даже длительных отношений. И вы знаете, как-то на сегодняшний день, да, желает новой любви. Желает новой любви. Я бы даже сказала, что человек, возможно, даже и в поиске новой любви. Ему нужны эти чувства, ему нужна другая сторона жизни, ему нужны эмоции, да, ему где-то, возможно, не хватает этого. Покажи, сфера деятельности этого человека, чем он занимается, этот мужчина, чем он занимается. Ну вот смотрите, человек, конечно, желает перерождения и перемены именно в личной жизни. Очень он даже может иметь привлекательную внешность, очень привлекательный человек. И, но пока что, да, он как бы не нашел свою гармонию, он не нашел свою пару, он не нашел еще пока что свою двоечку кубков. И ждет вот этого момента перерождения в своей личной жизни. Мужчина очень, знаете, такой... Он нравится женщинам, он нравится женщинам. А чем ты занимаешься, покажи, чем ты занят? У него очень много работы, он востребованный, он очень востребованный. И именно вот этот момент, да, создания какого-то
проекта, да, очень может быть, что этот человек именно занимается вот IT, да, потому что он создает некий момент смотреть, да, вот смотреть, он создает картину на экране. Человек очень востребован в своей профессии. И я вам скажу, что он выше соперничества, то есть с ним очень тяжело соперничать, потому что у него действительно высокая очень квалификация. Он уже давно, знаете, пошел выше. Я вам скажу, что этот человек может быть сейчас далеко от вас, но именно некий момент его карьерного роста, да, позволил ему покинуть, вот, например, какое-то свое место, где он жил, да, и, например, работать где-то в другой стране. Он как бы дождался этого, он этого заслужил. Очень может быть, что на сегодняшний день человек может находиться где-то вот на расстоянии. Потому я вам скажу, что этот мужчина, его и отношения какие-то, да, которые были, они разрушились, да. И на сегодняшний день какие-то легкие отношения он заводит, возможно, там, да, он пользуется популярностью, но он не может найти свою пару по той причине, что он ищет свою девочку, понимаете? Он ищет своего человека по менталитету, по какому-то, да, восприятию мира. Ну, то есть он ищет человека себе по душе. А возможно, если он, знаете, в какой-то абсолютно иной обстановке сейчас, да, ему там тяжело как-то вот этого душевного общения достигнуть, понимаете? То есть, да, можно ходить на свидание, можно там проводить вместе время, но так, чтобы человек тебя понимал, да, о чем ты думаешь, что ты имеешь в виду, когда ты говоришь о Карлсоне и так дальше и тому подобное, здесь, конечно, нужен свой человек, да. И здесь и вот идет момент, что он понимает, да, что где-то там, да, он пару себе не найдет такую, как он желает. Потому этот человек может через интернет с вами познакомиться, а может пройти ситуация, что вы можете поехать туда. Здесь тоже такое очень может быть, потому что эта женщина очень такая в активности. Или он приезжает сюда целенаправленно познакомиться с женщиной, чтобы иметь спутницу. Чтобы иметь спутницу. Ну да, это действительно может быть. Может, да, искать пару для себя, искать свою, понимаете, моей породы, мою половинку. Очень может быть, что этот мужчина может приехать специально, чтобы познакомиться с женщиной, с которой он будет строить свою жизнь дальше. Вот так вот. Ну что ж, давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим, при каких обстоятельствах вы с этим человеком можете познакомиться. Здесь может пройти еще такой момент, что у этого мужчины намечается какой-то отъезд. То есть он, возможно, сейчас еще, да, как дома, но у него намечается отъезд. Принимается какое-то решение, да, возможно, заключается какой-то контракт, и человек должен уехать. И очень может быть, что он задается вот этим вопросом, чтобы найти себе пару. Ну что ж, давайте посмотрим, как состоится ваша встреча, при каких обстоятельствах состоится ваша встреча. Вот смотрите, очень неожиданно, я вам даже могу сказать, что это может быть какое-то место очень элементарное, типа магазина. Вот просто элементарное место. Магазин. Этот человек может приехать, да, издалека. Да, это может быть посредством связи, вы можете с этим человеком познакомиться. И как-то вы так ему в душу западете, что вы будете грызть, да, какие-то мысли о вас будут его не оставлять в покое. Но ваше знакомство очень может быть, что произойдет именно вот в таком каком-то месте, очень общественном, там, где много людей, там, где что-то покупает, какую-то еду.
еду или продают что-то. Там, где идет какой-то обмен, там, где может быть вот какая-то вот такая ситуация. Это может быть и какой-то клуб, это может быть какая-то, да, какой-то кафе, это может быть вот какое-то вот такое место общения, общения людей. Но очень может быть, что вы вот буквально встретите этого мужчину в магазине. Ну, давайте посмотрим. Очень быстро завяжется какой-то разговор. Ну, прямо вот идет, смотрите, шумное место, да, куда приходят люди, но там не живут. Там есть продукты, там есть еда. Люди берут, чтобы съесть, да. Ну, вот мышь пришла, чтобы съесть. Ситуация грызет, да, ситуация как так или иначе, да, вот какие-то эмоции вызывают. Люди приходят, уходят. Берут, да, зернышко и уходят. Очень похоже на магазин. Очень похоже. Честно, девочки. Ведутся какие-то разговоры, да, шум, гам в магазине. Очень прямо мне резко пошел магазин. Ну хорошо, я права, это действительно магазин. Да, это правильный ключ. Это правильный ключ. То есть очень может быть ваша встреча такая очень даже элементарная. Да, для кого-то может пройти, что вы уже где-то за границей, например, да, и вы там можете познакомиться с этим мужчиной. Для кого-то может пройти момент, что вы встретитесь с этим человеком, да, ну, дома, да, но этот человек будет уезжать и возможно, вас ждет переезд вместе с ним. А может быть, что он приезжает целенаправленно, да, чтобы познакомиться с девушкой, чтобы завязать какое-то общение в надежде вот на какое-то развитие. Вот так вот. Ну что ж, давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим. Да, встречу мы оставим. И я вам хочу сказать, что эта встреча действительно очень значимая, потому что у нас здесь сразу вышло сердце. Значит, как-то сразу в сердце, понимаете? Очень как-то молниеносно это все будет. И вот это яблочко, это, конечно, такой, знаете, соблазн. И очень хочется. И как-то очень, возможно, быстро будут развиваться события. Потому что после первой встречи вот какие-то мысли о вас, они буквально, знаете, как зажжутся. И будут его подгрызать, грызть, шуметь, шуршать, шабуршить, пока этот мужчина не начнет активно действовать. Ну что ж, давайте посмотрим. Впечатление этого мужчины о вас. Давайте посмотрим его впечатление о вас. Впечатление человека о вас. Ну, это женщина по десятке земли. Действительно, очень красивая женщина. Незабываемой внешности. Гордая. И действительно, меньше не предлагать. Да? Вот десятка пентаклей, меньше не предлагать. Такое вы производите впечатление на мужчин. А тот, кто желает предложить меньше, он просто проходит мимо. Да, желание безумно познакомиться. Момент, да, нужно уловить здесь и сейчас. Это абсолютно какое-то обновление, новое, классное. И действительно стремительное очень желание познакомиться с вами. Точно идет момент, что вы как бы занимаетесь какими-то своими делами, да. Вот там совершаете какие-то покупки, что-то читаете, возможно, на этикетке, что-то там рассматриваете. Этот мужчина может именно в этот момент вас и заприметить. То есть идет момент, что он вас замечает, что он на вас смотрит, что он за вами наблюдает, и вы ему действительно прямо, знаете, как в точку, прямо вот ну, то, что вообще хоть сфотографируй эту женщину, настолько понравитесь, очень красивая женщина. И он пожелает, конечно, с вами познакомиться. А почему? Потому что четкое определение, что не только в этом магазине краше женщины нет, но и вообще все женщины на вашем фоне блекнут и остаются только тенью. Действительно, очень вы произведете классное впечатление. Очень понравитесь этому мужчине. Давайте посмотрим, а ваше впечатление о нем. Ваше впечатление об этом мужчине. Ваше впечатление об этом мужчине. Ну, он привлекательный мужчина. Ну, что от него ждать, да?
Что от него ждать? Там женщин, наверное. А я вот в этих очередях стоять не собираюсь. А мне вот эти конкуренции, мне это не надо, мне это не интересно, да. Ну, такое, ну, посмотрим. Ну, так, чтобы я там рвала на себе, да, волосы, это не об этом. Конечно, вы заметите, что вы ему очень понравились. И здесь, конечно, будет такой момент, да, что... Ну, у меня есть из чего выбирать, так что, ну так, знаете, ну так. Я вам скажу, что он вас заинтересует, но этой женщине более интересно, как мужчина вести себя будет, потому что красивая внешность для этой женщины это еще не факт, да, потому что эта женщина идет на очень сильную энергию, а красивая внешность это вот такое. Да, конечно, по единице воды я вам скажу, что этот мужчина вам понравится. То есть очень привлекательный. Я бы сказала, что да, этот мужчина мне подошел бы, он мне бы подошел конкретно в пару. Интересно, чем наполнится, да, вот этот кубок. Вам будет приятно внимание этого человека, но особо расплескиваться перед ним вы не собираетесь. Да? То есть здесь мы соблюдаем некую таинственность и как-то, знаете, вы знаете, первый разговор, знаете, мужчина с вами познакомился, ну, вы отвечаете, да, но особо вы там не проявляете такой уже, знаете, такого азарта прямо. Ну, давайте посмотрим в процессе развития, да, ваших отношений, что между вами будет, что будет. Знаете, вы его прямо, знаете, как-то будоражите этого мужчину, то есть... ситуации, когда за этой женщиной конкретно надо ухаживать. Не то, что просто ухаживать, там, подарить ей цветы. За этой женщиной нужно очень ухаживать красиво, да. Ей нужно звонить, потому что эта женщина сама не позвонит. Ей нужно позвонить 3 раза, чтобы она подняла трубку. Здесь, знаете, идет такой момент, что я еще размышляю, да, пускать ли тебя в свою жизнь. Но я вам скажу, что вам понравится, но вот эта ситуация, да, потому что не хочу, возможно, где-то ошибиться. Если я ему действительно нужна, пусть стучится в эту дверь, да. Пусть сам в себе разберется человек, нужна ли я ему. А потом уже будем о чем-то говорить дальше. Итак, что между вами? Что между вами? Таинственность, романтика, притяжение очень сильное. Полу, знаете, такие какие-то моменты, да, когда мы все ближе, ближе друг к другу. Да, безусловно, по тузу пентаклей здесь будет конкретный контакт. Здесь люди очень подходят друг к другу в энергетическом плане. И я вам скажу, что вы максимально друг друга усилите и можете создать очень классную пару. Вы именно такая женщина, как ему нужна, да, женщина, которая дает огня, которая дает вдохновение, движение вперед, и где-то, возможно, да, это мощный такой толчок, знаете, для человека. Он видит, что рядом с вами он многого достигнет, он многое получит в своей жизни. Момент некого нарастания, момент расширения отношений, момент, знаете, поднятия эмоционального состояния этих людей и укрепления его. Очень мощнейшая энергия между этими людьми образуется. И несмотря на то, что эта женщина, да, вот как-то так, я не собираюсь в этом, знаете, становиться в очередь, то есть... Ну, какие-то игры, да, пикаперство какое-то, потому что знакомство в магазине и первое влечение на вашу внешность, вы же прекрасно это понимаете, и вы знаете, что у вас непростой характер, и как-то, знаете, сразу желаете расставить все на свои места, что вы нелегкая добыча далеко, но этот мужчина вас и не воспринимает никакой добычей, а воспринимает вас равноправной, очень классной женщиной, очень достойной женщиной, и, возможно, ваше вот это такое немножечко отстраненное поведение при первой встрече очень ему даже и понравится, потому что это говорит о том, что женщина очень серьезно настроена, а именно, да, вот таких отношений он уже желает. То есть какой-то, знаете, излишней легкомысленности нет. То есть эта женщина привлекательна, притягивающая, но в то же время, знаете, не присуща сексуальная элегантность, то есть всему есть какая-то мера, да, всему есть какой-то предел, и дальше ступать нельзя. То есть я вижу, конечно, что здесь конкретный контакт есть.
И вы его будете воспринимать как очень подходящего для себя партнера. Я бы сказала, что в паре вы будете выглядеть очень гармонично. То есть вы себя чувствуете комфортно рядом с ним. Например, если вы женщина высокого роста, да, этот мужчина тоже высокий. И знаете, такого телосложения, рядом с которым вы себя чувствуете комфортно. То есть рядом с ним очень комфортно, с этим человеком. Если вы, например, хрупкая, да, маленькая, этот мужчина тоже, он, ну вот вы как в паре смотритесь очень хорошо, да, то есть нет какого-то перепада роста, нет какого-то, знаете, такого... какого-то момента, который бы вводил какой-то дисбаланс в пару. Очень гармоничная пара. Я бы даже сказала, что чем-то ваши внешности могут быть даже и похожи. То есть вы можете быть чем-то очень даже и схожи с этим человеком. Давайте посмотрим еще. Между вами, да, между вами разворачиваются очень бурные события, прямо вереница очень ярких, очень быстрых событий, очень активного передвижения. Девочки, конечно, да, между людьми разгорается настоящая любовь, настоящие чувства и очень такая сильная энергия, которая имеет большой потенциал на рост, на развитие, на увеличение. Вы знаете, что, конечно, туз пентаклей показывает тот момент, что эти люди очень гармонично в энергетическом плане подойдут друг к другу. И в сексуальных отношениях в том числе. Давайте посмотрим еще. Итак, как будут развиваться эти отношения, да? Давайте посмотрим, что ждет. Что ждет? Как будут развиваться эти отношения? Что вас ждет с этим мужчиной дальше? Наверное, пора заканчивать расклад. Старший аркан влюбленный. Большая любовь. Большая любовь. Вы знаете, что между, ну, может быть выбор. Может быть выбор, но не в партнере, а может быть выбор именно такой очень серьезный в вашей жизни. То есть этот мужчина может стать очень серьезным выбором в вашей жизни и очень большой переменой в вашей жизни, принести большие перемены в вашу жизнь. Между людьми будет большая любовь. И да, вот эта энергия, понимаете, туза пентакли, она говорит о том, что эти люди вместе, да, могут образовать очень сильную пару, пару, которая будет иметь большой материальный успех, которая будет усиливать друг друга. И вот здесь именно в финансовом плане может быть очень существенный подъем и очень существенные качественные перемены. Вы знаете, здесь, конечно, идет ситуация, что человек, знаете, как-то тверд на своем решении. То есть некие события действительно будут иметь активное движение. Мужчина встает на своем, да, то есть чужое мнение его не интересует. Он как-то что-то решил, принял какое-то решение, и он на этом решении будет стоять, да, то есть так, а не иначе. И я скажу, конечно, может быть такой момент, что некоторое время вы можете быть с этим человеком на расстоянии. И в этот период задаваться, знаете, какими-то сложными вопросами, и, возможно, быть в каких-то даже и расстроенных каких-то эмоциональных состояниях. Но ваши чувства, они никуда не уйдут, они не угаснут. Ваша ситуация прояснится, и вы знаете, очень, возможно, неожиданно для вас, потому что есть очень сильные притяжение между этими людьми, и они точно будут вместе. Будут вместе, и вот опять туз пентаклей, но уже с другой колоды, говорит о том, что эти люди пройдут вместе многое. То есть у этих людей есть сила пройти вместе многое, быть вместе и быть очень счастливыми в паре. Здесь очень перспективное будущее у этих людей. Да, идет некий момент серьезной перемены в вашей жизни рядом с этим человеком. Не будет момента, что он появился, исчез, да, просто чтобы потерзать мне душу. Нет. То есть здесь может быть конкретное создание пары, конкретное создание крепкого союза и, вы знаете, очень успешного союза. То есть вы очень конкретно в энергетическом плане можете дать толчок этому человеку, и у него очень классно пойдет карьера вверх.
Действительно, эта встреча очень значимая и очень важная. И это начало большого пути вместе. Это начало большой дороги вместе. И действительно, трансформации не миновать. Я вам скажу, что ваша жизнь кардинально меняется, но входит она в десятку пентаклей. То есть здесь очень может быть именно вот самый классный исход, самый классный результат. И, конечно, вижу, что впереди всего идет любовь, понимаете? Впереди всего идет взаимное энергетическое притяжение. И оно и в энергетическом плане, и в любви, и в нежности друг к другу. И вот в этих отношениях, да, отношениях в близости. То есть здесь, конечно, очень классный союз, очень классный симбиоз энергии и прекрасный результат десятки пентаклей. Вот такой вот у нас сегодня расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось, я буду очень рада. Всем спасибо за просмотр. Счастья, радости, любви. Всего вам самого лучшего и до новых встреч!